Еда. Всем привет! И в этом видео лучшие строители с моего дискорд сервера будут строить монстров из Дорс за 2 часа в битве строителей. А, по традиции мы сейчас запустим салют, после которого вы будете начинать строить. Можете расходиться по командам и начинать строить монстров. По порталу кого строить будешь? Легенд. Он хотел сказать, что он будет строить фигуру, все. А ватрушка, ты кого будешь строить? Дюпа! Ну ладно, посмотрим, что это такое. Агуша, ты кого строить будешь? Искрич. Окей, давай. Да. А Нейм сказал, будет строить Глитча. Я буду каждые 40 минут ходить и смотреть, что у вас там получается. А пока таймапс. Прошли 40 минут, и сейчас мы посмотрим, что здесь получается. Агуша, что ты делаешь? Вот сейчас его ротик. Он такой страшный. Это все, что ты сделал за 40 минут, просто круг и... Ну хотя да, это сложно, наверное. Ну ладно. Я не знаю, что это такое. Потом разукрашу. Ну ладно, а это что? Лего. Лего? А зачем тебе лего? Это называется глич эффект, наверное. Я сам название придумал. Вот. Просто комната. Ну так что это за чучело белое такое? Это глитча, что еще? А, ладно, я понял. Вообще пока очень мало чего построили. Давай, Фапортал, ты покажи, что ты сделал. Это что? А это ты что, не заметил? А, это я не заметил. А что это такое? Фигура. Фигура? А что тогда она какая-то такая? Ты не заметил, что у нее зубы выросли? Страшные зубы у нее выросли. Она падает. Нет, фигура упала. Вообще. Она встает и падает снова. Фигура, не уходи, не. Ладно, давай грузи заново, хватит. А что она руки вверх подняла? Что она крутая. А, ну ладно. Это что за вафелька у тебя? Это специальная вафелька. Ой-ой-ой, что это очень странное. Ты говорил, ты строишь фейковую комнату, в которую, если зайти, то она тебя съест. Да, только тут никого нету. Тут какая-то лестница, по которой я спускаюсь. Бетонный ковер и стены. А это что такое? Какая-то держалка. Мы посмотрим, что у вас получится дальше через еще 40 минут. Прошли. Сейчас мы будем смотреть, что вы тут построили за монстров. Первый будет Агуша. Привет. А, Скрич. Она же готова. Вот летает. Ого, это реально очень страшный Скрич у тебя получился. Ты его полностью закончил? Да, видишь, он улыбается так, у него очень кривые зубы. Да уж. Ты его смог сделать страшнее, чем в самом Дорсе, мне кажется. Не, ну... Он упал, он поймал тебя, Агуша, он тебя хочет съесть. Еда. Он как паучок перевернут. Такая комната? Скрич пропал, нет. Хаги-ваги. Тут будет такая, ты идешь в такую комнату, будет дверка, ты открываешь ее, а там на тебя вот так вот резко Скрич, на. И все. О, фал-портал, опять коробки строить свои, надоело уже строить. Нормальные. Мне не нравятся такие коробки. Уф. Что это такое? Это что такое вообще? Какой-то кринж, если честно. Я согласен. Ой, что это? Тогда же у нас Тимати. Чё? Понятно. Лего, которое получил. Чё тут, чё, коллекция монстров, что ли? Да. Фигурка, которая держит потолок. Ой, чтоб не упал, да? Чё ещё? А дальше ничего. Ну и ладно. Но паучок лучше все. А чё она падает? Фигура, зачем ты падаешь опять? Она сломалась. Бабстер, спаси фигуру. Вот я не знаю, как ты здесь оказался, но спаси. Давайте я помогу. Ты что наделал? Ну все. Опять операцию делать? Пойдемте к ватрушке. Так, входа нет, значит будем импровизировать. И вот так. Опа-на, смотрите, мы на настоящем Дорсе. Настоящая комната. Идем сюда, Баптер. Бум-бум, тут сейчас дверь. Проверю. Тут дюпа нет. Я не слышу звука. Какого дюпа? Значит, туда правильно. Типа дюп, это вот этот человек, который за дверью. О, все, хватит ботаники. Ой, что это?
А тут, кажись, кто-то есть. Кто есть? Давай, иди проверь. Давай вот сюда. Кто это такой? Почему он такой стрёмный? Да, вот. Он меня не кушает. Меня тоже. Ой. Ты чё? Ой. Что? А чё он меня съел-то? А, он такой смотрит, типа такой добрый, о-о-о, и потом такой ха-ха-ха, и съедает. Понял? Ага. Да, еще есть шкафчики и монетки. Только они мои. Понял. Сейчас он станет злым и тебя съест. И все. Вот так-то. Будет знать, как воровать мои монетки. Ой. Ой. Хотите картину уха? Давай. Где? Где? Где картина уха? Нас обманул, реально. Будет. Ладно, ждем. Здравствуйте. А чё делать? О, это глич. Да? А это вообще-то кубики Лего и черная статуэтка. Тебе нужна Википедия, что это? Давай. В общем, когда комната забагалась, то он тебя тэпает, типа, он чинит комнату, если она забагалась. Чё? Я не понял ничего. Ну ладно. И все. У вас осталось всего лишь 40 минут, чтобы достроить все это. И потом мы посмотрим и, короче, будем пугаться. Сорок минут прошли, и сейчас мы будем смотреть постройки. А вы оцените их в комментах. А еще мы попробуем испугать Арконуса. Рубрика «Пытаемся напугать Арконуса». Нет, это не такая рубрика, это просто так надо. Мы пришли в очередную дверь в Дорсе. Здесь у нас очередной бетонный ковер, золотые монеты, которые все мои, трогать их нельзя. И моя картина, как я улыбаюсь с закрытыми глазами. А здесь еще одна дверь. На, иди вперед, все. Иди. Ну, покраснело, мне это не нравится. Нет, просто иди, все будет хорошо. Опа, ну, мой какой миленький челик. Эй, привет, красавчик, как тебя зовут? А, видишь? И че? А че он тебя не укусил? Эй. Тук-тук, ешь. Ну, ешь меня. Ешь. Он меня не съел. Я не понимаю, в чем толк. Да должен. Давай еще раз. Стою. Поближе. Привет. Привет. Как твои дела? А? Ближе встань. Ты что, он тебя не съел? Я так просто не дамся. Не сдался. Зачем? Тут другой двери-то нету, нам надо именно в эту дверь пройти. Давай, бабцы, попробуй с ним договориться. Ставлю. Ой. Надо было с ним договориться, зачем вы его стреляете, он нас не пропустит же дальше. Так, здравствуйте, черная дверь, я бы хотел договориться с вами. Вот, здравствуйте, ваш очень красивый зуб, вы ходили к стомаку. Можете мне открыть дверь, пожалуйста? А, понятно. Арконус, твоя очередь, попробуй договориться. Ну, Арконус. Месье зубатый безглазый, прошу вас предоставить нам разрешение на проход через эту дверь. Я вас прошу как джентльмен к джентльмену. А также я хочу продать вам килограмм картошки по стоимости 60 рублей. Вы заинтересованы этим предложением? Я не понимаю язык моргания, но я вроде с ним договорился, он пропал вообще. А дальше там мы пройти не можем. Ну, кажется, все, не картошка не помогла. Так. Я сделал все, что было. Теперь я буду договариваться с ним. Сейчас, подождите, я придумаю, как там с ним договориться. Монстр, подожди, куда ты пропал? Я только говорить начал, он уже исчез. Ну ладно. Где мы вообще оказались? Вау, как здесь красиво. Нет, вы посмотрите, тут только две тусклые лампочки, поломанный пол и дверь. Ух, ты еще не знаешь, как выглядят эти общежития в Саратове. Ладно, вот пойдемте смотреть. Нажал. Дверь открылась и... Ба-ба-ба-бам. Страшно? Да нет. Ну где ты? А ну выходи сюда. Хаги-ваги. Да дубы. Дуб, уходи. Ты тоже уходи. А, это реально как настоящий скример. Смотрите, как он красиво вылазит. Ой, точно некрасиво сейчас было. Ну сейчас будет красиво. Переворачивается. Обалдеть. Это очень красиво. Акуша здесь. Акуша. Только. Ой-ой-ой. Порто, такой ты красивый теперь, а? Вот. Можно я тебе кое-что скажу? Агуша супер крутой молодец, он, короче, построил очень красиво, очень страшно, и мне понравилось, и вообще это самая крутая постройка. За это можно лайк поставить. Согласен. А у меня скрипт лучше. Да мы даже смотреть не будем. Лучшая постройка. В
это шедевр. Нести. Бафтер, ты как профессионал в Дорсе, оцени, как это красиво. На самом деле, да, мне нравится. У него зубы классные, он прям похож. Так, сейчас, смотрите, гениальная речь сейчас будет. Ба-ба-ба-бам. Всем ПР. Ой. Free of coins. Ура. Да, давай. Я на это нажимать не собираюсь. Ой-ой-ой. Что это такое? Что за чупакабра? Лич, да. Бу. Он из моей коробки сбежал, что ли? Наверное. Верно. Ребята, на него залезть можно. Не знаю зачем. Вот. И что, это все, что ли? По-моему, это очень страшная вещь. Согласен. По портал, ты что тут вечеринку монстров устроил? Тут зэк, тут раш, тут. Раш. Он очень добрый стал. Добрый. И фигурка. Держит потолок. А-а-а. Пауки. Тут. Это вечеринка пауков, ура. А чё Раш никуда не бежит? Он чё, решил отдохнуть? Надоело уже кушать этих невкусных игроков. Хочу посидеть и отдохнуть. Ой-ой-ой. А это кто такой тут такой крутой лежит? Ой. А почему я такой страшный? Он пришел за нами. Он поднимает свою страшную руку. Они решили меня съесть. Нет. Потолок раздвигается. Его фигура отодвигается, чтобы выбраться на волю. Спасибо за участие Агуше, Бафтеру, Арконусу, Фалпорталу, Нейму, Ватрушке и вот прошлое видео с Дорсом. Всем пока. Всем пока.